толстые стены, и внутри здесь хранили тогда коллекции наших пригородов знаменитых, они все, Петергоф, или Фонтаны, Пушкин, Павловск, были заняты разрушены фашистами. Эти хранители коллекций прямо в подвалах собора тогда жили. А сам Исааки больше пострадал из-за того, что не отапливался. В войну зимы были здесь под 40 градусов. Стены собора промерзли насквозь, стали оттаивать, потекла вода ручьем. И вот вся живопись, которую не успели мозаикой заменить, очень пострадала. Видите, краска от воды стала сдуваться, отваливаться. Хорошо остались эскизы, наброски в Русском музее. Но вот работе Брюлова самый ценный. Повезло, что это плафон купола. Нижнюю часть металлическую там обшивали деревом. Оно воду все-таки впитало частично. Так что, слава богу, у Брюлова 15% только пришлось реставрировать. Ну а сейчас у нас в соборе есть часть, которую занимает церковь. У нас этот северный предел Александра Невского дня.